Так, ребята, привет. У нас опять колхоз на подоконнике. Смотрите, какие красавцы, а? Вон такая банда. Пятером. Тут еще вон сверху эти трое поддерживают реальных пацанов. Вообще молодцы. Ну ладно, эти зеленые еще. Тут вот тоже догоняют, ребята. Вообще ужас, а? Ну, Светлана Батьковна, где огурцы-то съела уже? А те уже малосольненькие поели, а вот так, теперь те новенькие. Уже Вот, съедены. Вон, а вот я вижу, вот здесь, вот здесь, вот, вот здесь. Вот еще один. Да их вон тут море, вон целая гроздь. Тоже банда. Они хоть не дерутся по ведру с огурцами? Да нет. Вообще, у Светланы удачный огород на подоконнике. Тут еще цветы. Ребята, да, завидуйте. А вон, смотри, какие махонькие еще, вон. Еще и ой, ё-моё, еще и малышоки. Да, как-то. Это же новая рассада. Вот. Это новая свеженькая рассада, да. Так, эти потом убираются. Светлана, тут уже. И... А это что? Это огурчики свежие. А где кабачки? Ах, выкинула, потому что кабачкам надо побольше места. Ну, подоконник маленький. Да, 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 да. Надо в муниципалитет идти, чтобы это увеличили жилплощадь. Точно. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Светлане привет. Ставьте ей лайки, поддержку, молодцы.